Аккуратнее, Федюня. Сделай подъем переворотом. Давай. Гриша. Сейчас можно, конечно. Ну, попробуй, да, решай. Смотри, надо что-то встать. Это как бы... Это статическое упражнение поза замирания. Вы как-то не в моменте движения останавливаетесь и принимаете... Крестик надо спрятать. Это может быть разные виды виска. Да, вот она! Вот она! Юра, я настраиваюсь. Семен, оба Семена и Гриша, смотрите. Один из вариантов. Первое самое, да? Это выпрямляем ноги, мы поднимаем к переднему весу. И поднимаем просто корпус. Таз на пол. Поднимаем ножку одну, держим другую. Поднимаем ножку одну, держим другую. Потом пробуем делать вот такое действие. Пробуем вот такое действие. Вот такое действие. Надо продержать по несколько... По очереди. Может один сбоку держать, а другой пробуем делать. Подтягивайся. Сначала просто пятками на полу поднимаешься. Да. На самом деле оно так, как у тела там. Оно будет... Нет, не поднимайся. Руки нет, голову не сгибай. Я говорю, что пару год назад чем учился, я только начал заниматься. Ты подними одну ножку, носочек натяни, одну ножку. Поставь, подними другую. Еще раз. Теперь согни ноги в колени. Не, надо вот... Вот видишь, как ты учишься. Да, вот надо не качаться, удержать. Давай, Гриш, пробуй. И потом это мы делаем, уже потом мы сделаем на перекладине. Повыше. Егор, братух, пойдем обходи. Видео я беру так сделал. Че? Пап, пошли, Сергей. Сейчас пока Артем не нет, давай парень посетим. Пока. Дай полетим в паре какой-нибудь. Сейчас тебе сценарий. Давай, Егорыч, иди сюда, дай папу. Сейчас, подожди, сейчас скорочу. Пока переоднимись на руке, сделай, пока попросил. Я тебя особо не помогаю. Я хорошо. 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 Я хорошо.
Это в голову. Нет, тебе надо,
наивно. Не надо ногами цепляться. Укрепляем ноги. Я вот сейчас хотел бы здесь не делать, это может быть, знаешь. Иван, Иван, братук, вот сюда садись в стеночки на желток. Давай. Вот так, садись и все. Сейчас, секунду. Это просто есть такой элемент, называется кардиологический устрой, когда разные удержания, другие удержания на потери. Из чего же пока удержание? В интернете посмотри, трюки или акро-йога. Вообще очень интересно. Там разные. Иван, молодец, только спокойно. Там перебрасывай ссылки на барашки. Давай. Положение силового выхода из спорта. Одного. Цирка, я еще видел. Садись спинкой, все. Поэтому думай сам, а там как получится. Ну это уже наше дело или твое. Тема классная, согласен. Я протираю. Протирай, протирай, все, протирай. Лёва, чё? Показывать будешь меня удивлять элементами? Лев, удивишь? Ну только давай, не только уже, Лев, не только топорик, а давай выход на три. Гриш, Семён. А покажите, пожалуйста, Лёве выход на три. Вот на маленьком турничке. Лев, посмотри на ребят. Не, по очереди, по очереди. Лев, смотри внимательно. Ножкой мах. И поднимаемся, да. Сейчас пусть Гриша покажет. Семён, крутись. Пусть теперь Гриша покажет. Кто там? Егор, Лев, смотри на Егора, пожалуйста. Алло, алло. Папа, Гриша, захотелось потанцевать. Ну и вообще отлично. А хотите поверить, ничего на свете лучше нет? Лучшего на свете, ничего на свете лучше нет? Ну давай, пой. Близко. Начало было близко, а сейчас... Так, ногу. Нет. Гришань, ну подсказывай, давай. Лев, не торопись, слушай команды.
Гриша, ногу прямую ты должен его качать. Да. Держись руками крепко. Слезай аккуратно. Так же, как залезал. Че, Захарыч, здоров. Что-то так подбежал бодро и остановился что-то прям. Ты себя в зеркале, что ли, увидел? И распереживался, какой у тебя смешной фотография на костюме? Нет. Нет? Давай фамилию. Погоди, давай фамилию, имя, отчество. Говори, пожалуйста. Силин Захар. Так. Павлович. Силин Захар Павлович, точно? Угу. Молодец. Погоди, температуру. Ух ты, как классно. Парни, поздоровайте, пожалуйста. Захар Павлович. Здорово. Как у тебя, что ли, самочувствие? Хорошо. Привет. Самочувствие все четко, все путем? Привет. Давай, пятюньку, Захар. Все, нормалек. Привет. Все, Паш, как дела? Ничего, нормально. Захарыч, заряжен? И ребятишкам не мешаешь, да? Молодец. Да, да, да. Ребят, занимайтесь аккуратнее. Так, ага, Лев, вижу где. Сергей Сергеевич. На выносливость? Я Сергей Сергеевич, подыгрываю быстрый ритм. Иван, 5 минут, давай последнюю минутку, потом на силовую часть, братан, слышишь? Не, я хочу подумать. Да, нет, вот сейчас ты минутку дудишь, потом на силовую часть. Потом на силовую часть. А сейчас может быть, еще подудим, посмотрим, по настроению. Ребятня, пожалуйста, малыши, приготовьтесь, через 5 минут силовая часть. 5 часов? Да это легкотня сейчас будет. Часов и папа не приходит. А еще время рано, чтобы папа с тобой приходил, еще время пока раннее. Семен, не сиди там, пожалуйста. Во-первых, там стекла. Во-вторых, сидеть лучше не надо. Ну-ка, давай. Че, Юрец? Юра. Он фантазирует, он, да, 540? Ну, здесь практически 1080, если еще чуть-чуть докрутить, и вообще будет. Там еще 1280. Еще до 1080, как раз еще столько же, 540. 1080, да, 1080, это назад не. Серьезно? А если вы сделаете на передней? 1260. 1260? 1260. Тогда 4000 надо делать. Ребята, через одну минуту готовьте силовую часть. 4000, это надо 8 оборотов, да, сделать? Иван, дудки откладываем. Давай. Парни, готовимся. Дудки откладываем. Все, 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 нормально. Подудим. Молодец. Малыши. Сейчас вы доделываете. Опять наши любимые полотенца. Малышня, подходим, полотенце разбираем, пожалуйста. Зачем? За надом. В темпе. Берите маленькие ребятишки, маленькие полотенца берите. А большие? А большие ребятишки, если хотят, большие возьмут. Нет, сам. Разбираем. Поменьше, подсказка будет попроще. Давай, Семен, бери. Хорошая, да. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Сюда. Пойдемте сюда. Я хочу одну фигню. Пойдемте сюда. Пожалуйста. Не надо. А, Серега, в сторону. Готов, сюда, колбасу к стене. Захар, пойдем с нами. Парни, стоп, катнули. Тихо, ребят. Захар. Егор, вылазь оттуда. Лев. Вылезайте. В сторону, все в сторону. Смотрим внимательно, парни. Иван, расстанови, пожалуйста, вокруг, встаньте. Парни, встаньте, пожалуйста, вокруг. Сейчас возьмите за самый краешек полотенца.
За сам краешек полотенца возьмитесь. За самый края, за два края, двумя руками. Друг от друга распределите, чтобы не мешали друг другу. Поднимите руки вверх. Прямые. Прямые. Иван, отойди оттуда. Иди сюда, Ваня. Иди сюда. Вставай. Смотрите сейчас, что делаете. Делайте такое действие. Я со стороны стены покажу. Ну, два варианта покажу. Первый вариант. Держите руки, это тяжело. Смотрите. Вариант. Руки делаем. Спокойненько, Егор. Спокойненько делаем. Как-то вылить со стороны спины. Чтобы подвижность суставов увеличить. Делаем в одну сторону. Да-да-да, нормалек. Да, может подлиннее, если хочешь взять. Делаем в другую сторону. Поделали? Не наматываем на руки, Лёва, не наматываем. Руки так удерживаем. Теперь опять подняли вверх ручки. Подняли вверх. Плечи тянем к ушам. К ушам плечи. Вниз. К ушам. Вниз. А теперь смотрите, когда плечи поднимаем вверх к ушам, начинаем полотенечко за спину доводить, насколько получается. Опять плечики поднимаем. Полотенце, не торопимся, Семен, руки прямые, старайтесь. Здесь мы, получается, растягиваем, подняли плечи, разводим, разводим, спинка прямая, опускаем. Да, просто, может быть, у вас полотенце кого-то короткое, не получается делать. Можно руки присогнуть, вот так вот, в локотках, да. Теперь смотрите дальше. Вы подняли руки. Опустили за спину. И теперь смотрите. Делаем вот такое вот скручивание. Вот так. Вот так. Скручиваем. Захар, опусти ручки вниз за спиной. Полотенечко возьми вот так. Возьми вот так. Возьми перед собой. Возьми перед собой. Поднимай вверх. Опускай за спину. И теперь смотрите. Не отпуская рук, вы делаете скручивание. То есть у нас плечи не просто провернулись, еще в этой области плечи крутятся. Это потом для кого-то мифические, эпические разные выходы, царские, принцовские и прочее. Теперь смотрите, каждый раз, когда мы поднимаем руки, мы пытаемся чуть-чуть скрутить. Вот здесь уже будет это практически невозможно сделать. А здесь уже будет получаться. Поделали, поделали, поделали. Руки опустили вниз. Сделали такое действие. Раз, два. Смотрите еще раз. Вот вы держите полотенчик. Держите. Вниз, Иван. Вниз. Молодец. Накрутили. Знаете, изнутри, снаружи. Раз. Еще раз. Да, 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 да. Теперь смотрите. Вот у нас получилось натяжение. Грудь вперед. Грудь вперед. Руки. Вкручиваем вовнутрь, груда вперед, руки прям на кулаки, намотай, Иван. Нет, вовнутрь надо, размотай. То есть, еще раз посмотрите, парень, держим руки прямо. Иван, руки прямо. Изнутри к наружу. Вот так. Да, 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 обеим, держи. Еще раз. Держи крепко. Парни, изнутри наружу. Раз. Раз. Нет, 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 нет. Изнутри наружу взял. Намотай. Понял. Держи крепко. Вот так и эту руку. Держи крепко. Вот. Держи крепко. Вот. Да, да, да. Еще раз внимательно смотри. Еще раз внимательно смотри. Разматывай. Взял. Смотри, вот так сделай. Вот так сделай. Смотри внимательно. Смотри внимательно. Вот так сделай. Да. Раз. Молодец. Держи крепко в кулаках. Раз. Успокойся. Раз. Держи крепко. Надо руки тренировать. Держи крепко. Раз. Ты сделал. Парни, спокойно. Раз. И теперь намотай. Да. Да. Допустим. Так. Ладно. Все. Держи крепко. Парни. Парни. Лёва. Лёва, взяли? Давай. Давай, 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 давай. Раз. Нет. Можно так, да. Можно так. Но надо, чтобы... Раз. И еще. Вот. Теперь смотрите внимательно.
Смотрите внимательно, парни. Взяли. Скрутили. Грудь вперед. И руки вытягиваем. Упор. Упор. Локти. Корпус. Мы чуть-чуть. Локтевой сустав. Подвижность. Раскрываем этот тубу. Прям раз. Да. Растягиваем. Грудак вперед. Плечи вперед вытягиваем. Терпим. Прям вам надо разорвать полотенце. В прямом смысле тянете, разрываете его, но дышим. Иначе сознание потеряется. Молодцы, остановились. Остановились. Руки в локтях сгибаем. В этом же положении тянем вверх. И растягиваем, разрываем полотенце. Так, поднимаем вверх. Тянем. Молодцы, ручки вниз. Сейчас это же делаем за спиной. Ужас какой, нам куда деваться. Зато у тебя сухожилия, связки будут очень крепкие. Смотрите, парни, взяли, накручиваем раз и два. Скрутили, вот это же вращение делаем. Теперь смотрите, у нас некий обмотали вокруг кистей, покажи. Ладно, хорошо. Теперь смотрите, максимально берем также грудь вперед, плечи назад и поднимаем руки. Вот такое действие. Поднимаем спину прямо. Егор, не заваливайся, пожалуйста. Сначала прямо. За спину возьми, да. Поднимаем. Теперь смотрите, что делаем. Ножки пошире плеч поставили. Наклоняемся вперед и ручки тянем. Тянем аккуратно, чтобы суставы в руки не улетели, а то они так из плеч у вас улетят. Тянем потихонечку, прокачиваем. Прокачиваем. Выше вверх ручки, Ваня. Ручки. Да, молодцы. Захар, терпи. Устал, конечно, встаем, спокойненько. Ну и теперь последнее, чуть-чуть силовых, неинтересно сейчас будет. Сейчас надо будет комкать полотенце. Просто взяли, берем, не одну минутку, ну ладно, я думаю, мало, 5 минут комкаем. Взяли и прям начинаем вот так вот, прям как снежок, да, комкаем. Чтобы оно заплакало, чтобы из него пот потек из полотенца. Комкаем. Иван, давай. Это не надо разъединять. Специально зашивали, чтобы вы не разъединяли. Комкаем. Задача пальцы, крепкие пальцы. Меньше магнезии, больше силы. Комкаем. Тяжело, да? Комкаем. Кто мог подумать, какое полотенечко дать, такая себе. Комкаем. Прям давай. Жамкаем. Прям жамкаем его, чтобы вот ты прям клубок такой сделай его. Все, полотенце, все, во, комкай, да, как снежок ты делаешь. Давай, Иван, да, не обращай внимания, терпи. Знаете, хватит, успокойся. Терпи, я знаю, что ты, терпи, Ваня. Комкай. Вы даже на турниках, парни, не все, конечно, что это такое, Иван, даже на турниках висеть не может. Ну что это такое, аж пальцы сильные будут. Во-первых, это упражнение, оно... Егор. Это упражнение, оно не создаст мозоли у вас на руках. Руки только сильнее станут. Комкаем. Все? Давай, со всей силы сейчас жарим. И последний такой... рывок! Аж пальцы в огонь превращаются. Давай, сильнее! Чтобы оно в трубку превратилось. Молодцы! Все, положили полотенечко, расходимся по элементам. Домашнее задание, да, Егор, стоп. Вернись, куда ты бросил? Вернись, подними, нет. Ты взял и на ногу Семена полотенце бросил. Нормально, что ли? Ну, хорошо, Семен поймал его ногой просто. Че, дудку? На, держи дудку. Дуди. Ваня, хорош. Ногу поставь ровно. Как я тебя посадил? Садись. Иван, какую-нибудь песню бы сыграл бы? Ничего на свете лучше нет, ты играешь?
А ты ноты выучил? Ноты не выучил? А, ребят, сейчас. Нет, спасибо, я не хочу конфет. Серег, расскажи вкратце про завтрашнее мероприятие. Может, кому интересно, рукоборцам будет. Парни, могли бы сейчас секундочку прям тишины? Иван, не дуди. Сейчас, Сергей Сергеевич, завтра мероприятие нас пригласили рукоборцы. Послушайте, может быть, завтра кто-то захочет поехать руками побороться. Да погоди, ну послушайте, пожалуйста. 5 минут потратьте. Может, кому-то родителям скажете? Парни. Егор. Это территория, это подвал храма. Храма Страстей Христовых. Но самое интересное, с другой стороны этого дома, рок-клуб. Машинхед. А Сергей Сергеевич, как барабанщик разных клубов, разных групп роковых, он могёт. И вот, давай. Завтра будет мероприятие. Это будет небольшое соревнование по армрестлингу. Егор, послушай, пожалуйста. Но она как открытая тренировка. То есть это не прям соревнование такое. То есть любой желающий, кто хочет посетить, может туда прийти. Приблизительно максимально человек 15. Егор, послушай. Пока столько не набираюсь. Поэтому у кого есть желание прийти завтра. Кто-то свои силы, может, хочет попробовать там. Вы подумайте, во всяком случае... Применить гимнастику в разных направлениях, это очень хорошо. Ребят, с собой иметь сменную обувь и переодевалку. А зачем рукоборцам переодевалка? Ну, кто там спортивный, например, переодевается. А, ну ладно, как я помню, может там, им перчатки, что там, надо это специально? Нет, часто вот, чтобы переодеться было, например, если нужно, и сменная обувь. О, сменную, кстати, а давайте мы сегодня порепетируем к завтрашним рукоборцам. Кто с кем заборется? Иван. Ну-ка, вызывай всех по очереди, иди. Нет, я не хочу. Ты хочешь, я знаю, ты хочешь. Вот, Семен уже идет, хочет бороться. Видишь, он творит, Сема? Я не хочу. Давай, Ваня, заборим. Ладно, Сергей Сергеевич, 5-минуточку переборись с каждым, с малышами. Кто первый, готов? А что, прям на кулаках? Да побороться на руках, вот так. Лёв, готов? Сейчас Сергей Сергеевич зажонглирует. А я уже режим пацана включил. Все, надо режим мужчины, режим пацана и так. Я буду ритм играть. Ритм? Ты лучше сыграй не ритм, а помощь ребятам. Федя, Юрец, поборемся с Сергеем Сергеевичем на руках? Он мазок сорвал. Я первый. По очереди. Серег, выкатывай на Середку. Лёва. Папа отдыхает пусть. Папа пусть отдыхает. Ему важнее отдохнуть. Каждый поборет Сергея Сергеевича. А, вот они, пусть друг другом поборются, может быть, да. Сколько меня папа заберет? Скоро. Иван, поборись с Семеном. А со мной? А с ребятами выбирай, а с Гришей? Вот, а вам желток. Гриш, Семыч, желток берите себе. Иван, дай им желток, пусть они в желтке поборются. Семен, вот он. А ты присаживайся на стульчик. Подудим. Не хочешь бороться? Ну, давай со мной поборемся. Правила только обговаривайте, Гриша, Семен. Пойду на сальтур, херю. Давай, на сальтур, только аккуратно. Федюн, Юрец, а чего вы так рано? Чего вы так? Еще целых 15 минут. Ну давайте передохните. Я вот Сникерс порезал. Сейчас, пока они борются, пойдемте конфетку. Волшебный Сникерс вам спасет мозоли. Вы пешком на мелиорацию пойдете? А Федюня, ты же на бульваре рос, да? Да. Ну тебе пешком рядом здесь. Ну идите конфетку, идите угоститесь. Хорошо, спасибо. Федя, ты на меня не злишься, братан? Нет, можно спросить в понедельник... Спроси, приятного аппетита. Спасибо. Где Юра? Юра вон там. Что в понедельник? В понедельник в 6 часов или в 7? Нет, а то я... 19.00. Вот, а то я путаю всегда. Понедельник, среда, пятница, нечетные дни. Числа, нечетное 7. Время, да. Но сейчас, парни, если получается, весна сейчас это немножко стабилизирует с этими люди, с этими ситуациями, мы, возможно, сделаем каждодневно с 6 часов. Спасибо. И до 9. А, это отлично. Да, но сейчас надо, чтобы вся ситуация дебильная чуть-чуть
Фу, это сумасшедшие люди, разве что всех меня... нашли, что всех решилось. Понял, у меня вот когда взрыв был, у меня прям окна трещали. Дети, не надо.